580 мазафака 5 миллионов. 500 мазафака, 80 мазафака, 5 мазафака, мазафакнутых миллионов поклонников программы «Каково». Идем к 600. Я сегодня Шестаку и Ладненко отправил видеописьмецо, в котором признался им в любви. Кто бы мог подумать? Вот каждый раз, наверное, утомил вас этими восклицаниями. Поражаюсь, как мы взмыли высоко. А я еще сейчас думаю, если мы выпускаем такие шедевры в таком моем состоянии, что же будет, когда я одолею клятую болезнь? Завтра сдаем кровь. Сдаю кровь, в четверг прохожу отдельные процедуры, а потом химиотерапия. Преисполнен решимости я покончить с этой болезнью, как и заявлял в своих восхитительных роликах. Готовлю к выпуску, к съемкам готовлюсь, программы «Каково», но пока поздравляю вас всех. Вы не одни с нами, 585 миллионов. Телеграм-канал «Каково», телеграм-канал «Кульминация Кушанашвили», там чат. Пикантнейший, сочнейший, смачнейший чат, где нет никаких администраторов. Люди что хотят, то и вытворяют. А я похож на медвежонка. Как только я побеждаю очередную ночь, к утру я вот такой. Эту майку мне подарила сестра Луиза. В том, среди тех подарков, которые каждый день во время съемок клипа я использую. Вот этот медвежонок, грузинский медвежонок Атарик. Желаю вам всем блестящей недели. Обращаю ваше внимание, что кроме как «Каково», вы должны помнить, что есть еще компания «Олимбет» и команда «Родина Медиа». Вот такая беззастенчивая реклама. И пожелание вам всего самого доброго.